На сайте Минобороны России уже опубликован список пассажиров самолета Ту-154, в их числе начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков, 68 артистов ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, съемочные группы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.